сегодня я буду делать ему прическу. Алена, ты свою заколку не видела? А это моя сестра Лиза. Масик, иди отдай заколку. Стоп, а какой сегодня день? Сегодня же у нее день рождения. Скоро гости придут, а у меня подарка нет. Что же ей подарить? Может, мой старый велосипед? Нет, я знаю, я подарю ей куклу. Ведь самый лучший подарок сделан своими руками. А для этого мне понадобятся ножницы, нитки, синтепон и красивый платок. Вырезаем ткань два цветных прямоугольника и один белый. Кладем синтепон в белую ткань и заматываем ниткой. Наматываем нитки на картон и разрезаем. Пришиваем нитки к середине шарика и перевязываем их лентой с обратной стороны. Заплетаем косичку и перевязываем ее ленточкой. Кладем синтепон в маленький кусочек ткани и завязываем с двух сторон конфетку. Кладем конфетку между двух концов белой ткани и перевязываем ниткой крест-накрест. Делаем юбку со складками второго куска и привязываем ее лентой. Ну вот, кукла готова. Happy birthday to you. Алена, где мой любимый?